связи с вступлением в силу закона, подписанным президентом Путиным, мы должны исполнить свои обязательства как держатели лицензии, чтобы люди всегда могли найти на кнопке второй Россию, на кнопке первой будет всегда первый канал и тому подобное, там на ТВЦ будет на 10-й кнопке, единственный, который, ну, пока я считаю, не очень удобно для наших жителей. Ну, со временем, я думаю, они привыкнут к этому. А Ивантеевка-24? Ивантеевка-24 будет у нас находиться на 24-й кнопке. Коснется ли перенастройка других каналов? Да, затронет и другие каналы, просто часть каналов, которые у нас идут сейчас в дециметрах, они уйдут в обязательные каналы туда. Пятница, потом Муз-ТВ, они уходят в обязательные. А на их место появятся другие каналы, которые не обязательными являются. 9 числа будет продолжаться, ну, больше, чем полдня перенастройка всех каналов. И первые полдня я не советую людям сразу кидаться перенастраивать телевизоры. Во второй половине дня все должно встать на свои места. Наши монтажники помогут. Услуга эта будет бесплатна для тех, кто не может самостоятельно настроить телевизор. Самое простое – это включить автопоиск каналов, и все встанет на свои места, как и должно быть. Если кто-то не знает или не помнит, можно открыть инструкцию на телевизор, там все подробно расписано. Единственное, чего я хотел бы уделить внимание, что первый канал у нас уходит с этой частоты и ТВЦ. На этих кнопках будет черный экран. Просьба, ну, перенастроить, и появится первый канал. И второй, и ТВЦ, и все остальные каналы будут на своих местах. Вот эти 20 каналов, которые должны встать в свои места, они не будут на пустых кнопках, они появятся там, где сейчас настроены какие-то отдельные каналы. Например, Россия, она там же и останется, Россия. Ну, а другие как-то сместятся там по очередности, часть вниз, часть вверх. Ну, все встанут настроенные. Когда все закончится настройка, все появится в телевизорах. Просто первый канал и ТВЦ останется черным экраном. Уважаемые жители, мы понимаем, что мы доставляем вам очередное неудобство, но будем надеяться, что этих неудобств в дальнейшем не будет. Если у вас возникнут какие-то сложности с настройкой телевизора, просьба обращаться в абонентскую службу Ивантеевских кабельных сетей по телефону 53-6-28-69 или московскому 518-90-37. Все бригады, даже, ну, как свободные, будут заниматься настройками бабушек, дедушек и всем, кому не сможет кто настроить. Приносят свои извинения.